В областной библиотеке для детей и молодежи проходит неделя английского языка. В этом году главная тема всех встреч – лекции и викторин – литература. А школьников, пришедших на открытие, организаторы удивили. Пригласили на встречу преподавателя ирландских танцев. Это ирландский степ, чечетка по-кельтски, намного сложнее своей американской сестры. Здесь ноги ставят выворотно, и над техникой нужно постоянно работать. Ирландцы – народ гордый, поэтому даже в танцах они держат идеальную осанку. Он сложен тем, что нужно держать корпус прямо и при этом двигать ногами. То есть это достаточно сложно, потому что спина так и норовит согнуться, ее постоянно нужно держать прямо, и руки вот так вот по швам чаще всего. Танцы – это приятный бонус гостям библиотеки в честь открытия недели английского языка. Со вторника по пятницу школьникам рассказывают о литературе, легендах Британии, Алисе в стране чудес. Кстати, этой сказке Кэрол исполнилось 150 лет, и произведениях Твена и Киплинга. В иностранном отделе есть книги для читателей с разным знанием языка. Начинающим предлагают адаптированные издания и даже комиксы. А свободно владеющие английским найдут на стеллажах литературу в оригинале. У нас большой выбор литературы. Вся она выдается на дом бесплатно, художественная литература. Единственное, что мы не можем выдать на дом, это энциклопедию Британика, потому что она существует у нас в единственном экземпляре, и чтобы дать возможность пользоваться ею в читальном зале, мы ее на дом не выдаем. Недавно в обществе вспыхнули споры вокруг интенсивного преподавания иностранных языков в школах. Не ущемляет ли это русскую культуру? В областной библиотеке считают, о вреде МГИАЗа не может быть и речи. Для того, чтобы стать достойным членом современного общества, необходимо языковое образование, поскольку оно открывает возможности нам для познания и культуры других стран, и невозможно стать гражданином мира, если замкнуться только в своей культуре. Ведь культура – это то, что помогает людям лучше понять друг друга и способствует взаимопониманию между народами. Среди читателей областной библиотеки для детей и молодежи есть настоящие полиглоты, которые знают по 5 иностранных языков. Библиотекари говорят, это интересные и разносторонние люди, активно путешествующие по миру. И добавляют, что в этих стенах с нуля можно освоить более 20 мировых языков. Здесь есть азбуки, разговорники, самоучители. И в последние годы интерес к языкам только растет. По делу иностранной литературы записываются и приходят целыми семьями, от бабушек до внуков.